Сегодня в отеле «Спорт Ашхабада» собрались представители СМИ и иностранные гости, чтобы обсудить важные аспекты предстоящего международного хоккейного турнира. В ходе конференции были затронуты различные вопросы, связанные с организацией события, подготовкой спортсменов и важностью хоккея в мировом спортивном сообществе. Подготовка СМИ, да, очень много послушали сегодня выступлений, и газеты разные, и СМИ на должном уровне. Честно скажу, что я думаю, в дальнейшем мы еще увидим. Мы попросили у тоже СМИ информацию подключаться. Также мы хотим в наших странах это все осветить, показать, как это в Туркменистане проводится. Фотографии, видеоотчеты, фотоотчеты. Вот эти все мы у них также запросили все данные, информацию. Я думаю, мы с ними будем работать совместно, потому что мы хотим, чтобы в наших странах, во всех вот участников, стран-участницах, чтобы это все освещалось и все показывалось, как это все должно проводиться. Потому что многие спрашивают, болельщики, где будут трансляции, кто играет, мы всю информацию предоставляем, и ваши СМИ работают на должном уровне, я думаю, поэтому весь мир увидит наше мероприятие. Заместитель председателя Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии Анасагет Какаев поделился подробностями подготовки к трансляции предстоящего турнира. Он выразил уверенность в том, что максимальный охват аудитории и повышение интереса к хоккею среди онлайн-пользователей будут достигнуты благодаря эффективному использованию современных платформ и технологий. Представители печатных изданий также приняли активное участие в конференции, обсуждая историю туркменского спорта и его значимость на мировой арене. Они подчеркнули важность описания спортивных событий в печатных и интернет-изданиях для привлечения внимания к этому виду спорта. Пресс-конференция закончилась яркими впечатлениями о роли медиа в популяризации хоккея и подчеркнула важность информационного сопровождения соревнований. В Ашхабаде я не впервые. Вот сейчас приехал в третий раз. Прошлые разы мы посещали вместе. То есть мы были делегация нашего раиса Рустама Нургалевича Миниханова. И вот в прошлый раз мы посещали как раз город, новый строящийся город Аркадак, и закладывали камень в новую мечеть. Поэтому с этой страной я немного знаком. Здесь у нас есть очень важные для нас места. Ну, например, в городе Марв, бывшая столица, то есть огромный Юсуф Хамадани, Фахриддин Рази, то есть огромные ученые, которые мы до сих пор читаем, изучаем, и в наших медресе они... То есть изучаются, поэтому эта страна нам тоже близка, и нам интересно ее изучать. Нам все очень понравилось. Пока что мы здесь вот второй день, вчера приехали, нас прекрасно встретили. Надеемся, что игры тоже пройдут прекрасно. Как принято говорить, что пусть все пройдет без травм и победит сильнейший. Это событие стало важным шагом в направлении повышения интереса к хоккею на мировой арене и подготовки к предстоящему турниру. Thank you.